Российские войска уже второй месяц плавают вокруг Одессы, и если исходить из их заявлений, то они должны были высадиться уже где-то 8 триллионов раз. Да, а тем временем одесситы подготовили такое количество коктейлей, что я думаю, эта высадка станет для них финальной. Потому что там костер такой будет, что жопа сгорит даже у инопланетян. Я вообще не знаю, что за шлемазл придумал нападать на Одессу. Эти ж бобики даже в город не успеют зайти, уже без трусов останутся. Или вы что, не знаете, какие золотые руки у наших людей в Одессе? Я вас умоляю, там же танки прям на ходу начнут на запчасти разбирать. Уже на следующее утро на привозе будут самые свежие БТРы взвешивать. А еще ж вы не забывайте, что в Одессе есть 7-й километр. Вы слышали, как там общаются люди? Это вам не жук на скатерть начихал? Там настолько ярко и выразительно могут рассказать, куда тебе идти, что побежишь так быстро, аж инфаркт догонишь. Так это ладно, мы привыкшие. А на что рассчитывают эти российские мудибейцы? И что они забыли в нашей Одессе? Что за дурак их туда послал? Это что у них за командир такой? Тупой, как три слоновых жопы, обтянутые брезентом. Это пусть пока не поздно развертаются и идут домой. Придумали тоже моду пугать одесситов. Да чтоб вы всрались и воды у вас не было, понятно? А у нас все будет Украина. Отмечайте жителей нашей прекрасной Одессы под этим видео.